Азербайджан и Казахстан приняли дорожную карту по расширению торгово-экономического сотрудничества. Документ охватывает период с 2018 по 2020 годы. Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку. Глава Минэнерго отметил, что за три квартала текущего года торговый оборот между двумя странами увеличился более чем на 3,5%, составив около 102 миллионов долларов. Экспорт из Азербайджана в Казахстан вырос на 7,3% и превысил 22 миллиона долларов. Казахстан Республика Сыля. Имеются все возможности для реализации мер, указанных в дорожной карте, и нынешнее заседание межправкомиссии внесет свой вклад в развитие сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, научно-технической и культурно-гуманитарной областях. В рамках заседания комиссии стороны также договорились о создании двух рабочих групп по вопросам транспортировки казахстанской нефти и газа через Азербайджан на мировые рынки. Как отметил министр энергетики Казахстана Канат Бозымбаев, необходимо проработать нефтепроводные и перевалочные возможности Азербайджана для приема казахстанской нефти и конкурентоспособность данного маршрута. Одним из вариантов мы рассматриваем вариант строительства завода ЛНЖ. Завода или СПГ называется. СПГ, да, на западе Казахстана. С последующей перевалкой объемов, значит, через Каспий и через в реализации в Азербайджане и через Азербайджан дальше на экспорт. И для этого создана специальная рабочая группа, в которую войдут представители министерств, наших национальных компаний и других экспертов компетентных, которые должны будут нам доложить в ближайшие несколько месяцев, насколько конкурентоспособен и жизнеспособен также этот проект.